Друзья, привет! Hi! Привет вас на канале «Бесплатный репетитор». Мы с вами продолжаем наш наиважнейший плейлист, который так и называется «Бесплатный репетитор. Наш золотой плейлист». И для вашего удобства как раз те видео я загружаю в данный плейлист. Очень удобно также все отрабатывать и слушать фоном. Друзья мои, действительно очень приятно, что вы проделываете на самом деле просто гигантский объем работы, значит, все прорабатываете. Также очень приятно читать ваши комментарии о ваших успехах, как вы усердно занимаетесь. Действительно, вы огромные трудолюбцы. Привет всем трудолюбцам. Действительно, это здорово. И у нас с вами практика по предыдущему уроку. Предыдущий урок получился очень насыщенным. Там, значит, была некоторая новая информация. И также еще используется материал, значит, который был именно в предыдущих уроках. Так что я надеюсь, что вы все отработали, проработали. И в скором времени, значит, у нас с вами будет новая контрольная работа. Значит, мы пройдем еще некоторый материал. И далее также будет контрольная работа. Поэтому, друзья мои, готовьтесь, прорабатывайте все. И действительно, материал, значит, становится сложнее. Значит, сложнее и грамматика, и лексика, как вы, в принципе, и просите. Итак, давайте проверим ваши знания. И как раз отпишитесь, какие у вас результаты. Они хотят улучшить свой английский. Они хотят. They want улучшить to improve свой английский. Свой, their, английский, English. They want to improve their English. Нам нравится их идея. Нам нравится, we like, их, their, идея, ideas. We like their ideas. Я вижу, ты хочешь улучшить свой английский. Я вижу. I see. Ты хочешь. You want. Улучшить. To improve. Свой английский. Свой. Your английский English. I see you want to improve your English. Мы часто думаем о нашем будущем. Мы часто, we often думаем, think, or about нашем будущем. Нашим, our, будущем, future. We often think about our future. Мы хотим улучшить свой английский. Мы хотим. We want улучшить, to improve свой английский. Свой. Our английский. English. We want to improve our English. Они видят свои ошибки. Они видят. They see свои. Their ошибки. Mistakes. They see their mistakes. Я улучшаю свою грамматику, разговорный английский и аудирование здесь. Я улучшаю. I improve свою грамматику. Свою. My. Грамматику. Grammar. Разговорный английский. Speaking. По умолчанию используем слово speaking. Значение разговорный английский. И аудирование. И. And. Аудирование. Listening. Здесь. Here.
I improve my grammar, speaking and listening here. Они хотят улучшить свои результаты. Они хотят. They want улучшить to improve свои their результаты results. They want to improve their results. Я хочу рассказать тебе о своей жизни. Я хочу. I want рассказать тебе. Рассказать. To tell тебе. You or about своей жизни. My life. I want to tell you about my life. Они помогают своим детям. Они, they, помогают, help, своим, their, детям, children. They help their children. They want to improve their English. We like their ideas. I see you want to improve your English. We often think about our future. We want to improve our English. They see their mistakes. I improve my grammar, speaking, and listening here. They want to improve their results. I want to tell you about my life. They help their children. Я знаю, что он не хочет думать о своем будущем. Я знаю, I know, что that он не хочет. He doesn't want думать to think or about своем будущем. Своем. His будущем. Future. И это кажется действительно странным. И это... And it кажется seems действительно really странным. Strange. I know that he doesn't want to think about his future, and it seems really strange. Он хочет работать над своими ошибками. Он хочет, he wants, работать, to work, над, он, своими ошибками, своими, his, ошибками, mistakes. He wants to work on his mistakes. Она видит свои результаты. Она видит. She sees свои результаты. Свои. Her результаты. Results. She sees her results. Я понимаю твои проблемы. Я понимаю. I understand. Твои, your, проблемы, problems. I understand your problems. Я также хочу улучшить свои результаты. Я также. I also хочу
want улучшить, to improve свои результаты. My results. Потому что я хочу знать английский лучше и лучше. Потому что. Because. Я хочу. I want. Знать. To know. Английский. English. Лучше и лучше. Лучше. Better. И лучше. And better. I also want to improve my results because I want to know English better and better. Она хочет улучшить свои знания. Она хочет. She wants улучшить, to improve свои знания. Свои. Her знания. Knowledge. She wants to improve her knowledge. Он хочет улучшить свою грамматику. Он хочет. He wants улучшить, to improve свою грамматику. Свою. His грамматику. Grammar. He wants to improve his grammar. Мне нравятся твои вопросы. Мне нравятся. I like твои. Your вопросы. Questions. I like your questions. I know that he doesn't want to think about his future. And it seems really strange. He wants to work on his mistakes. She sees her results. I understand your problems. I also want to improve my results because I want to know English better and better. She wants to improve her knowledge. He wants to improve his grammar. I like your questions. Им нравятся наши идеи. Им нравятся. They like наши. Our идеи. Ideas. They like our ideas. Мы часто обсуждаем наши проблемы. Мы часто. We often обсуждаем, discuss наши, our проблемы, problems. We often discuss our problems. Я хочу улучшить свою грамматику, разговорный английский и аудирование. Я хочу. I want улучшить. To improve свою, my, грамматику, grammar, разговорный английский, speaking, не speaking, а именно speaking, speaking, и аудирование, and listening, то же самое, listening, не listening, а listening. I want to improve my grammar, speaking and listening. Я действительно хочу улучшить свой английский. Я действительно. I really хочу, want улучшить, to improve свой английский. My English. I really want to improve my English. Они часто думают о своем будущем. Они часто. They often думают, think, о
about, своем, the, будущем, future. They often think about their future. Он действительно любит свою семью. Он действительно. He really любит, loves свою семью. Свою, his, семью, family. He really loves his family. Нам нравятся наши результаты. Нам нравятся. We like наши. Our результаты. Results. We like our results. Я действительно вижу свой прогресс. Я действительно. I really вижу. See свой прогресс. Свой. My progress. Progress. I really see my progress. Мы работаем над своими ошибками. Мы работаем. We work над on нашими ошибками или над своими ошибками. Над своими on our ошибками. Mistakes. We work on our mistakes. Я хочу обсудить наши проблемы. Я хочу. I want обсудить to discuss наши our проблемы. Problems. I want to discuss our problems. They like our ideas. We often discuss our problems. I want to improve my grammar, speaking and listening. I really want to improve my English. They often think about their future. He really loves his family. We like our results. I really see my progress. We work on our mistakes. I want to discuss our problems. Я знаю, что они не видят свои ошибки. Я знаю. I know, что that они не видят. Они не. They don't видят. See свои ошибки. Свои. Their ошибки. Mistakes. I know that they don't see their mistakes. Она любит свою семью. Она любит. She loves свою семью. Свою. Her семью. Family. She loves her family. Я знаю их семью. Я знаю. I know их, their, семью, family. I know their family. И они знают нашу семью. И они, and they, знают, know, нашу семью. Нашу, our, семью, family. I know their family, and they know our family. Он часто рассказывает мне о своей жизни. Он часто, he often, рассказывает, tells мне, me, or, about своей жизни. His life.
He often tells me about his life. Мы хотим улучшить свою грамматику, разговорный английский и аудирование. Мы хотим. We want. Улучшить. To improve. Свою. Our. Грамматику. Grammar. Разговорный английский. Speaking. И аудирование. And listening. We want to improve our grammar, speaking and listening. Они улучшают свою грамматику, разговорный английский и аудирование здесь. Они улучшают. They improve. Свою. Their. Грамматику. Grammar. Разговорный английский. Speaking и аудирование, and listening здесь, here. They improve their grammar, speaking and listening here. Она живет в их доме. Она живет. She lives в, in, их доме. Их. Their доме, house. She lives in their house. Мы хотим улучшить свою грамматику. Мы хотим. We want улучшить. To improve свою, our, грамматику, grammar. We want to improve our grammar. I know that they don't see their mistakes. She loves her family. I know their family, and they know our family. He often tells me about his life. We want to improve our grammar, speaking and listening. They improve their grammar, speaking and listening here. She lives in their house. We want to improve our grammar. Я не понимаю, почему он не думает о своем будущем. Я не понимаю. I don't understand. Почему? Why? Он, he, не думает, doesn't think, or about своем будущем. Своем. His будущем. Future. I don't understand why he doesn't think about his future. Я хочу улучшить свой английский. Я хочу. I want улучшить, to improve свой, my английский, English. I want to improve my English. Мы хотим улучшить свои результаты. Мы хотим. We want улучшить, to improve свои, our, результаты, results. We want to improve our results. Они работают над своими ошибками. Они работают. They work над он своими their ошибками, mistakes. They work on their mistakes. Они улучшают свою грамматику здесь. Они улучшают. They improve свою грамматику,
the grammar. Здесь here. They improve their grammar here. Я не понимаю, почему они не хотят работать над своими ошибками. Я не понимаю. I don't understand. Почему? Why? Они. They. Не хотят. Don't want. Работать. To work. Над. Он. Своими ошибками. Своими. Their. Ошибками. Mistakes. И я знаю, это кажется действительно странным. И я знаю. И я. And I. Знаю. No. Это кажется. It seems действительно странно. Really? Странно. Strange. I don't understand why they don't want to work on their mistakes. And I know it seems really strange. I don't understand why he doesn't think about his future. I want to improve my English. We want to improve our results. They work on their mistakes. They improve their grammar here. I don't understand why they don't want to work on their mistakes, and I know it seems really strange. Вот видите, друзья мои, такая интенсивная практика. Обязательно напишите о ваших результатах, ваших впечатлениях. Мы с вами продолжаем наш плейлист. Если что-то еще не идеально, значит, поработайте еще раз, доведите до автоматизма, до полного автоматизма. Мы с вами двигаемся дальше. We continue this very important playlist. Thank you, my friends. Thank you very much.